Как поднять второй канал, если мало показов? Может рекламу замутить, контент весь ходовой? Точно так же, как и первый. То есть вот, понимаете, у нас десятки каналов, и он поднимается только тогда, когда вы ему уделяете максимальное количество внимания, максимальное количество денег, максимальное количество контента хорошего. То есть сам по себе, вот если Вера, вы что ждете? Что я скажу, типа там Вера, короче, приходите, нажимаете кнопку, там, не знаю, Shift, Alt, Delete, потом нажимаете V, английское, потом нажимаете S, как доллар, потом 32, 13, 2 звездочки, 17, вот, и канал поднимается. Вы действительно думаете, что так это работает? Вот о чем мы вообще в этом случае говорим? Это первое. Второе, я вообще не понимаю, какой у вас второй канал. Я не знаю, какой у вас первый канал. Я не знаю, какой там контент. Ведь контент-то ходовой. Какие у вас конкуренты? Какие у вас цели? Какая у вас целевая аудитория? Ходовой для кого? Как он будет монетизироваться? Вот если контент ходовой, то, ну, можете, знаете, чем мы отличаемся? Вам очень многие учителя скажут: Вера, ждите, ждите, и у вас все получится. Я скажу как, что если вы нифига не делаете, у вас ничего не получится. Если вы не будете, то есть у вас один канал нормальный, второй так себе, то делегируйте. А вы говорите: а у меня времени не хватает. Тогда не ведите второй канал, ведите один. Потому что когда вы хотите все и сразу, бывает ничего и постепенно.